Рецепт приготовления французских тостов с виски, яблоками, молоком, ванильным экстрактом, корицей и мускатным орехом. Ароматные хрустящие тосты с яблоками станут отличным началом дня. Это блюдо вы можете приготовить заранее вечером, а утром лишь запечь. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать ломтиками. Нарезать хлеб толстыми ломтиками. В небольшой кастрюле растопить сливочное масло и коричневый сахар вместе. Взбить до однородности. Варить, пока масса слегка не загустеет. Добавить виски и взбить еще раз. Продолжать варить около 1 минуты. 2. Вылить масло в форму для выпечки. 3. Переложить нарезанные яблоки, а сверху ломтики хлеба. 4. В большой миске взбить вместе яйца, молоко, ванильный экстракт, корицу и мускатный орех, вылить смесь на хлеб. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Накрыть форму и поставить в холодильник на ночь, утром достать форму из холодильника и поместить в духовку, разогреть духовку до 175 градусов, выпекать тосты в течение 45 минут, 1 часа, пока кусочки яблока не станут мягкими, а хлеб – золотистого цвета. Если вы готовите тосты утром, обмакните ломтики хлеба в яичной смеси, прежде чем положить их в форму, залить оставшейся яичной смесью поверх хлеба и выпекать при 175 градусах 40-45 минут. Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам понадобится: виски бурбон, 2 столовые ложки, больших яблока, 3 штуки, хлеба, 6 ломтиков, яйца, 4 штуки, молока, 1 стакан, ванильного экстракта, 1 столовая ложка, корицы, 1,5 чайных ложки, мускатного ореха, 1 щепотка, количество порций, 6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До свидания.